Всем приятной жизни! Это Шлык, и мы продолжаем играть в Князь 2. Так, и как вы помните, нам сказали, кажется, к востоку, да, то бишь это сюда. Или подождите. Деревенский кузнец, темнолесье, сын знаменитого оружейника просит... В котором раньше добывали железную руду. Что-то я не понял, а как... Ну ладно, пойдемте. Тут же еще был квест. А, вот. Командир отряда повелителей. Ну блин, круто, чё так, все за мной. Эй, разговор есть. Попробуем с ним поговорить. Эй, разговор есть. Убирайся! Мы схватили этого человека и никого раз, сюда два, не попустим. Раз, два, три, четыре, пять. Но это же Верховный Волх. Он один из самых почитаемых людей. Заодно с волхвами. Брось оружие и сдавайся на милость повелителя. Подлый трус, отпусти пленника, и я в одиночку сразусь со всем вашим отрядом. Отпустить пленника? Ха! Как бы не так! У меня есть идея получше. Сложишь оружие и придешь сюда один. Отпущу пленника. Тебя возьму вместо него. Если не согласишься, то я убью волхва, а потом доберусь до тебя. Ты пытаешься обмануть меня. Решайся быстрее, мое терпение на исходе. Голова старика висит на волоске. Я сказал, прийти без оружия, это что? Блин, что-то я не понял. Ну ладно, оружие снял я. Решайся быстрее! Я сказал прийти без оружия. Блин, ну пофиг! Отдам меч, что у меня еще из оружия? Ничего нету. Решайся быстрее! Я сказал прийти одному! Отошли своих на... Да пипец, блин, иди нафиг! Нельзя ему в тыкву надавать? Почему нельзя? Ладно, Кай. Слушаю. Акай. Слушаю тебя. Слушаю тебя. Слушаю тебя. Так, все. Сейчас только сейвичок кину. Я один, я без оружия, мать тебя за ногу. Эй! Давай, беги сюда. Сейчас он мне по башке тупо даст и все. Решайся быстрее, мое терпение на исходе. Голова старика висит на волоске. Повелитель приказ прекрасно. Старик, ты пока свободен. Сильно не радуйся, мы скоро вернемся за тобой, но... Пленный сбежал! В погоню! Круши всех, кто встанет! Вот офигеть сейчас, что начнется, я вам орал просто. Блин, положили моего этого. Чем дубиной махал. Вот офигенно, слушайте. Положили моего воина. Так, мы тогда сейчас по-другому сделаем. Я понял, в принципе, свой косячок. Тёлку убили. Возьми хоть дубину. А лучше вот эту дубину возьми. Одень броню. Броня 200, броня 170.
Блин, не, это все лажа какая-то. Так, где 17.22, да? 17.24, 17.24. Стоп! Эй! Я отдохнул, готов идти за... Я отдохнул. Я отдохнул и готов... Так, стоямба. Значит, делаем, ребята, сейчас такую тему. Вы... Так, да. У кого тут мой меч? Ага. Да. У тебя мой меч. Значит, я свой меч сейчас положу, пойду. Где-то вот тут они меня отпускают, да? Значит, я его положу сюда. Вот, все. Слушаю тебя. Останься здесь. Погоди. Слушаю тебя. Слушаю тебя. Сохраняем игру. И погнали вперед. Дальше. Эй, эй, разговор есть. Ну, сейчас, конечно, опять хрень получится, но... Решайся! Решай, прекрасно! Пленный сбежал! Так, сейчас надо хватать. Да берешь ты... Так, подожди. А ты, блин, а... Пока это все так. Все, в атаку нафиг. А, надо нашему этому тоже арбалет поставить, как бы, в оружие. Не, походу нам рано этой фигней заниматься. Да. 17.28, вот это крайний сейф, да? Короче, Волк, сиди там пока. Потом я приду, тебя освобожу, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. А пока мне жалко, я ребят. Я отдохнул, готов. Эй, раз... Я отдохнул и готов идти. Давай, попёр. Я отдохнул. Давай, давай, пошли. Так, все. С этим разобрались. Блин, жаль, нельзя просто так их атаковать. Скоро мы начнем пачками валить этих повелителей. И вообще все. Размяться бы. Всех этих пофигителей. А тут что, тоже точка перехода или нет? Нет, тут вообще фиг поймешь, что. Какой-то жертвенник. Тут эти чубзики 13 уровня. Тут переход. Причем я не пойму, это куда переход? Это... Часом не... Не к волхву переход. Болотники... Ну да, вот это к волхву. А вот тут куда бежит? Леший. Вот мне, видимо, вот этого надо убить. Да вам что, непонятно, что не надо драться, блин, дауны. Вот дауны. Вот пипец, блин. Я в шоке. Не, ну это реально даунито хромосом. Реально.
Слушаю. Ага. Угу. Дауни то хромосом. Не, им лишь бы подраться. Я им говорю, за мной, и блин. Мы тут болотников бить будем. Проходи, проходи, на этих болотах места всем хватит. Давай. Давай договоримся по-хорошему. Что ты можешь мне... Слушай, это ты мешаешь жителям Темнолесья добывать руду. Тебе не кажется, что твоим безобразием должен рано или поздно прийти конец? Тот самый. Наверное, тебе уже объяснили, что со мной лучше не связываться. И не пытайся меня уговаривать оставить их в покое. Я думаю... А то мне придется скормить твое нежное тельце водяным и пиявкам. Я думаю, пиявки не откажутся и от твоей жирной туши. О, а я с ним one by one разберусь. Хотя ну его нафиг. Давайте сейчас навалились всей гурьбой. One by one не получилось с ним разобраться. Все, готов. Так, ну хоть какой-то квест тут выполнили. Блин, такие жесткие квесты пошли. Тут выход на карту есть? Есть. Ляп. В Темнолесье. Давайте теперь... Так, эй, кстати, ты. Есть. Слушаю тебя. В отряде есть раненые. Полечил. А ты, блин. Эй, разговор есть. Слушаю тебя. Наше оружие поизносилось, займись ремонтом. Так, все, отлично. Отличились. Блин. Ага. Фух. Я думал, они уже драться пошли. Можно ли нашим мужикам за рудой отправляться? Можете идти на болото, теперь никого страшнее комаров спасибо нет. Спасибо тебе. Прими, не побрезгуй мои 1500 монет. Спасибо, друг, деньги мне пригодятся. Угу. Блин, ну дружина... Конечно, хорошая, но... Здоров будешь? Я что я могу тебе предложить? Ну, блин, как-то все это стрёмно выглядит против воинов-повелителя. Я даже не знаю, может мне поплавать в одиночку и... Вот мне, по сути, что осталось? Мне осталось вкачать владение мечом до сотни и смертельный удар до сотни. И все. А чтоб смертельный удар, это ловкости нужно 100 с лишним. И тогда, в принципе, можно будет уже со всеми разбираться. Так, ладно, давайте посмотрим, что он там просил. Сын знаменитого оружейника просит достать гладий, элептус и катафрактный шлем. Давайте посмотрим у местного... Таргаша, есть гладий и лептус. Кстати, а кузнец, собственно говоря, сам не кует такую шнягу? Здоров будешь, путник. Что тебя интересует? Так, меч, длинный меч. Нож. Так. Топор. Секира. Двуручный меч. О, вот это, кстати, хороший двуручный меч. А вот это неплохой двуручный топор. О, а вот это отличная двуручная секира, которую я куплю. Слушайте, а что такое гладий, элептус и катафрактный шлем? Это может быть щиты? Слушайте, я хз, где их взять, но я нашел секиру. Так, слушай, а у нас кто? Ты с говном ходишь, да? Я тебе нашел классную секиру, с которой ты теперь будешь ходить. Вот она. Слушай. Тё, блин, выносливость. Угу.
628. А у тебя такая уже есть. А вот у тебя нету. Ага. Слушаю. Требует выносливости 83. Когда ты уже свою выносливость прокачаешь, а, говню? С тобой стыдно ходить по городу. Может его оставить где-то? Да ладно, хрен с ним, пусть уже таскается. Блуд. Так, кто тут еще в домиках живет? Ты? Эй! Мы живем тут. Че тут у тебя лежит? О, эликсир мудрости, концентрация пятнарик. Нормальная тема. Нормальная тема. Это я бухнул. С радостью. Так, а я могу сам же себя полечить, да? Так, что тут еще есть у вас в этой деревне? Так, по-моему, мы уже открыли все деревни, которые просто есть на этой карте. Абсолютно все. Ловкость плюс 5. Ну, давайте возьмем. Она вроде не дешевая. Блин, ну поплыли тогда, раз такое дело, поплыли. Стремнуть бы. В ту деревню с этим ярлом разберемся. Я не знаю, потому что сейчас мы в каком-то тупике, нам вроде как и прокачиваться надо, да? А вроде как и нифига не получается. О, сейчас. Да как ты можешь по этому промахиваться? О, нормально, нормально. О, это прокнул, кажется, смертельный удар. Слушаю тебя. Так, в отраде есть ряненые. Ряненые, блин, почини. Слушаю тебя. А ты займись ремонтом. Все, побежали. Ну, я даже не знаю, осматривать их нет. Этих войн. О, это кто, что такое? Гладии, лептусы, катафрактный шлем. Блин, я хз, что он имел в виду? О, гладий. Берем гладий. Гладий. Размяться есть. Каска. А катафрактный шлем, это, наверное, вот этот с ракезом шлем. Я так думаю. А, нет, это гребневый называется, да? А что я этот, что у меня этот красным горит? Что, на меня опять порчу навели? Ну да, опять порчу навели. Вот, блин, задолбало. Как меня это задолбало? Так у меня аж заячий хвост, мать вашу. Заячий хвост, а порчу навели. Ну пипец, блин. А его нельзя никак заюзать, этот заячий хвост. Не, нельзя. Блин, вы, может, в атаку пойдете, там стоят они. Распотякивают. Стоят, распотякивают. Так. Шлем яйцевидный. Шлем яйцевидный. Шлем яйцевидный. Железный шлем. Так, ты слушаю лечить тебя. Можешь? Ничего. Слушаю тебя. Ты давай ремонтируй. Ну, а я сам всех полечу. Точнее, себя в первую очередь. Ой, блин, 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 блин. Блин, 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 блин. Ладно, пофиг. На вот этот военный лагерь снести. Да не, еще много на самом деле, чё. Сколько у меня удар?
еще нормально, валю пока. Пока валю. Кстати, у меня скоро уже левел. Так, ладно, фиг с ними. Поплыли дальше, а то мы так никогда не доплывем. Мне просто интересно, убились ли там... Да вы за... Так, все, идите нафиг. Я вас не звал, идите нафиг. Хотя тут вообще... Блин, ну вы сами виноваты. Слушаю тебя. Вы вот сами виноваты. Я вот не хотел сейчас нападать. Вообще не хотел. Ну, блин, вам же не имется. О, кому-то уровень дали. Мне? Да, мне. Ну, хоть что-то радует. Так, надо сейвичок кинуть, а то я опять долго не сохраняюсь. Так, не глянул, может, у них там был Гладий или Лептус. Гладий мы уже взяли. Нам остался и Лептус. Это фрактный, блин, шлем. Слушаю тебя. Ты давай, ремонтируй это. Ну, будем хоть прокачивать потихоньку персов наших. Вон еще кому-то уровень дали. Не тебе. О, тебе дали выносливость. О, теперь у тебя секира какая есть. О, а сейчас я еще тебе броню одену. Ты теперь ее можешь таскать. Держи броню. На, хоть более-менее будешь. А слушаю. Не так, как ты ходишь. Так, все, броню выкинул. Ага. Блин, надо бежать. Да ну, так, вы. Да вы, да ты. Блин, слушаю. Это настолько тупо. Бери давай зелье лечения. Ага. Передай его главному герою. Побежали, блин, в эту, в деревню. Не, ну эти пираты, они затрахали уже, честное слово. Вот. Слушаю тебя. Да пошли уже, убьем их. Не, ну они затрахали уже. Сколько можно? И главное, так неудобно сделана вот эта битва, да, на корабле. Срать я хотел на то, что у него там зелье. У меня этих зелий уже фигово гора. Да, вот лучший способ качаться в князе, это, конечно, пираты. А ну-ка. Сейчас проверим. О, отлично, они бьют меня. Они всей толпой бьют меня. Так я их смогу победить. Потому что у меня куча этих лечебных зелий. Да, вот, видите, здесь дохлый валяется. Вот он. Ой, так мы сейчас с них брони сгребем. Нормально. Нормально. Это, кстати, вот тебе, бронька. Ты ж ее теперь можешь носить, да? Да не ты, блин. А? Вот ты. Вон, она еще и выносливости тебе добавляет. О, а теперь ты как наш этот боец такой нормальный, среднестатистический. А мне, по сути, эта броня и не нужна. Ивар собака. Шлем датский. Смаркас. Так, а что ему там надо, еще раз напомните?
Глади и Лептус и катафрактный шлем. Значит, и Лептус и катафрактный шлем. О, вот эта кольчуга круче. Саксонский меч не нужен. Но у него урон 296. Тоже саксонский меч. Шлем датский. Так, ладно, давай кольчуги в тебя будем складывать. Шлем рогатый. Секира. Вот ты, блин, у нас... А в тебя еще одна войдет? Нет, не войдет. Ну, оно и понятно. И в тебя не войдет. Ну, кто б сомневался, а в меня? И в меня не войдет. Так, ладно, сейчас я, значит, посмотрю. Да. На мне нормальная, на тебе слушай, тоже нормальная. Вот на вас конченая. Значит, тебе, пожалуй, я одену крутую кольчугу первому. Да. Вот эту. Да. Чё ты, блин, сними свою кольчугу, да. Отдай. Вот задолбали, а. Да. Вот этих стрел у тебя фигово гора. Так, ладно, погнали, короче, к купцу. Вообще, погнали, квест сдадим, а нам все равно ничего не пропадает тут. Поэтому тут надо сейчас пойти к старости квест сдать. Потом купцу. Ладно, короче, это все уже в следующем выпуске сделаем. Ну, а этот выпуск мы на этом закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.